А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать сервер Майнкрафта версия 1.7.2. Только PvP и выживание, только полный хардкор, конкурсы на различные привилегии, также ежедневные ивенты. Никаких лаунчеров, только IP. IP этого сервера находится в описании, заходите и играйте. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. Без модов, без командных блоков, а просто ванильный Майнкрафт, где сегодня мы будем рассматривать, как сделать дэмэдж индикатор. Все знают, что такое, это показывает урон, сколько вы нанесли урона, сколько вам наносят урона. В Майнкрафте без модов, без команд, без командных блоков, а просто дэмэдж индикатор в ванильном Майнкрафте. Как же это сделать? И также мы еще рассмотрим, как сделать часы в Майнкрафте. Не обычные часы, а цифровые часы, которые будут показывать вам настоящее время в Майнкрафте. То есть будет показывать, как у вас на компьютере, допустим, там 22-32 минуты. И время будет показывать, сколько сейчас времени в Майнкрафте. И вы можете еще лучше ориентироваться, когда ночь, когда день, и когда это все будет наступать и заканчиваться. Это, если честно, ребята, очень и очень и очень круто. Но перед этим, как обычно, я бы хотел вас очень сильно попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков, то в первую очередь мне будет очень сильно приятно. Я увижу то, что вам понравилось видео, и я захочу еще больше сделать видео для вас. Поэтому, если мы наберем 700 лайков на вот этой серии, то в ту же секунду выходит следующее видео. То есть сегодня может выйти до 2 видео. Если ты мне не веришь, то поставь лайк и увидишь. Также не забываем оставлять комментарии, я общаюсь со своими подписчиками. Также, если ты, чувак, не веришь, то просто оставь какой-то нормальный, адекватный вопрос под этим видео. Не там, как многие: Эдисон, ответь мне, Эдисон, как дела? И люди думают, что это прям крутые вопросы, на которые у меня есть желание отвечать. Но если реально обычный, адекватный вопрос, то я с удовольствием отвечу. Также не забываем подписаться на мой канал. Я прям тебя, чувак, ты сейчас смотришь, я на тебя смотрю. Не забудь подписаться на мой канал. Если ты уже подписан, то просто, ну, без всякого там педо-педо, а просто как, ну, как подписчика, да, ребята? Ну что, давайте, в принципе, будем приступать. Как это все делается? Damage индикатор в Майнкрафте. И как сделать часы в Майнкрафте без каких-то либо модов. Вам не нужно уже фордж устанавливать. Вам не нужно париться с установкой сборки или там модов, да? А просто в ванильном Майнкрафте это все сделать. Давайте рассмотрим. Давайте рассмотрим. Включим ночь, time set night. И вот так, допустим. Давайте заспаним зомби. В первую очередь мы рассмотрим damage индикатор. Как это все работает. Мы спавним зомби. Смотрим. Зомби. Мы его бьем деревянным мечом. Показывает, сколько урона мы ему нанесли. Мы ему нанесли 2,5 урона. То есть сердечком, можно так сказать. Чтобы не говорили, что только работает на деревянном мече, давайте ударим его железным мечом. Показывает, что мы ему нанесли 3 урона. Вот хреновенько показывает. Вот сейчас нормально, потому что у него в башке было заперто. Во, еще раз 3 урона. И сейчас еще раз 3 урона. То есть показывает, сколько урона мы наносим врагам. Это, если честно, очень даже круто. Давайте попробуем с железным мечом. 3,5 урона. И давайте попробуем с алмазным мечом. 4 урона. Вот эта надпись, мне кажется, я не считал, честно, но где-то на 3-4 секунды она в воздухе зависает. И это очень и очень даже круто. Давайте посмотрим. Давайте скушаем. Скушаем. Кого это? Ну, стейк. Поросен. Нет, не поросенка, а коровку, да? И посмотрим, наносят ли они нам урон, да? То есть, посмотрим. Стукни меня. Стукни меня. Ударь меня. Ударь меня. Опа. Опа. Давай еще раз. Еще раз. И в воздухе, как вы можете заметить, показывает, сколько урона нам эта чурка нанесла. 0,5 урона. То есть пол сердечка. Если мы снимем всю броньку, то показывает, что он нам наносит по 1,5 сердечка. Это уже, если честно, очень болит, больно. Поэтому мы его убьем, чтобы просто-напросто себя не убить, да? Давайте, допустим, пойдем пробежимся, да, по ночному Майнкрафту и посмотрим, кто что нам будет наносить. Вот, например, скелетики. Стукни, стукни меня. Ну, стукни. Опа. 0,5 урона. Зомби, стукни меня. 0,5 урона. Это, ребята, damage индикатор, который обычно работает в Майнкрафте без модов. Это очень даже круто. Я еще раз повторюсь. Сейчас я залетел на дерево. Зачем? Затем, что нам даже показывается урон, который мы нанесли себе при падении. Допустим, опа, мы сейчас прыгнем сюда,
2 урона, 2 сердечка, то есть пол урона, то есть 0,5, это можно сказать пол сердечка. Да, да, тут показывает урон по сердечкам. Если у тебя 10 или сколько там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если у тебя 10 сердечек, то если тебе наносит по 0,5, это то есть пол сердечка. Если по 1, то это одно сердечко. Также показывается урон, который ты себе можешь нанести при падении. Допустим, давайте прыгнем отсюда. Надеюсь, не убьемся. Вот. Но 6,5 сердечка. Это круто. То есть, ребята, это очень круто, но хреново есть одно. То есть, смотрите, если мы бьем его обычной рукой, то тоже показывается урон, который мы ему наносим. 0,5 сердечка. Вот, допустим, ударим его луком. К сожалению, лук не работает, да? То есть, с луком урон почему-то не показывается. Это, если честно, немного проблематично, но все же как-то можно пережить. На этом, ребята, мы будем уже заканчивать на дэмэдж-индикаторе, потому что хоть это и круто, но мы приступаем к часам. Если вы не знаете, то ссылочка есть в описании. Вы можете зайти, скачать вот это. Это, ребята, обычный текстур-пак. Вы можете скачать текстур-пак, вы можете просто-напросто установить его на секунду, и все. То есть текстур-пак, который весит 5 мегабайт. И добавляет вам 2 целых мода в игру. Вам не нужно устанавливать форджи. Вам не нужно качать моды. Вам не нужно искать моды. Я уже за вас это все сделал. Это уже находится просто в одном текстурпаке, который нужно будет зайти. Давайте посмотрим. Это все очень просто. Вот, допустим, вы хотите, чтобы это все у вас работало, да? А ну сейчас. И смотрим. Смотрим, ребята, как это все работает. Сейчас мы играем без текстурпака. Допустим. Мы крафтим себе часы, да? Мы крафтим себе часы. Обычные часы, то есть, ну, самые обычные часы Майнкрафта, да? То есть, ничего особенного. Самые обычные часы. Но, если мы включим этот текстур-пак, нажимаем, и текстур-пак включается, немного долговато, это, в принципе, понятно. Я не знаю, сейчас вы можете меня видеть, но вот, все. Текстур-пак включился, и обычные часы поменялись на цифровые, которые вам в реальном времени Майнкрафта, они не реальное время, как у вас на компьютере, а реальное время Майнкрафта вам показывает, сколько сейчас времени. Вы даже можете хранить просто-напросто в инвентаре, хоть там и не очень так видно, 11.37. Если вы играете на большом, вот так, да, то видно 11.40, 11.41. И, в принципе, даже вот тут, в руках видно, если вот, во-во-во-во, 11.45, вот так видно. Давайте еще раз вот так и вот так. Видно, что даже в руках у вас работает. Вы просто-напросто можете это поставить на стену, и это вот так очень круто будет работать только с одним текстурпаком. Я, ребята, еще раз вам повторюсь. Не нужно скачивать сборки, не нужно скачивать форджи. Не нужно меня спрашивать, как установить форджи. Я Дисаня, знаешь ли ты, как установить Майнкрафт и моды? Ребята, вам не нужно больше моды. Сейчас вот видите, прогресс все дальше продвигается. И вот сейчас люди уже добавляют моды в сами текстур-паки. Вам нужно просто скачать текстур-пак, просто засунуть его в папку, просто включить и все. Не нужно никаких модов, потому что текстур-пак весит там 3 мегабайта. Вы его просто включаете, и хоть модов у вас нету, но он заменяет вот эти все моды. Также, ребята, вот смотрите. Днем часы синенькие, если мы включим ночь, допустим, time set night, время быстренько перебежит, и часы станут зелеными, да, чтобы лучше было ночью видно, да, то есть, да, если бы они были синие, то было бы хреново. В принципе, днем и так хреново, что они синие, мне кажется, было бы лучше, если те же красные, или желтые, или даже белые были бы, намного бы четче было бы видно. Но все же, ребята, вы можете посмотреть то, что у нас сейчас будет 7 часов. И как только вот это все будет ночь подходить к концу, давайте time add 5000. Во-в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 о. И мы перемотали почти на час ночи. Это, ребята, очень круто, потому что вы можете поставить себе дома, да вашу мать, этот дождь.
Вы можете просто поставить себе дома в вашем доме в Майнкрафте и смотреть. И просто-напросто любоваться, потому что это круто выглядит. То, что у вас часы в рамке. Цифровые рабочие часы в Майнкрафте. Это круто. Вам не нужно больше сверяться по Луне или по, ну, самим часам с Майнкрафта. А вот это, если честно, даже будет очень крутое украшение. И, что самое главное, вы можете видеть это, если вы играете со своим другом, у него нету этого текстурпака, то он это не может видеть, а вы можете видеть. И вы прикиньте, ему скидываете текстурпак, а ну чувак, оглянись, оглянись, и он смотрит на стену там, где у него всегда висели, допустим, обычные часы в рамке, он смотрит... Ни хрена себе, это что такое? Это, ребята, круто, потому что часы Damage Indicator в Майнкрафте без модов, а только с помощью даже не одной команды, а с помощью одного текстурпака, это круто. Я просто думаю, что люди будут дальше делать. Может, даже текстурпак уже придумали, я помню, недавно кто-то там обзор делал, тот же Фирамир делал, то, что... Текстурпак, нет, не текстурпак, а вроде карта обычная. Да, вот смотрите, до чего доходит прогресс. То, что с обычной картой они делают уже полноценные сборки. То есть ты просто запихиваешь карту в Майнкрафт, обычную карту, да. То есть ты создаешь обычный мир, и вот это называется карта. Ты запихиваешь ее в Майнкрафт, и у тебя появляется рай. То есть ты можешь телепорты создавать в рай. Ты заходишь в рай, там есть свои блоки, свои ресурсы, свои предметы, даже свои боссы есть, и это все без модов и даже без команд. Ты можешь сражаться с боссами и всем остальным, только то, что ты скачал карту, которая там весит 30 мегабайт. Тебе не нужно уже сейчас днями искать рабочие сборки без вирусов, потому что многие знают, что, ну, бывают всякие там сборки, галюны всякие. И ты просто скачиваешь карту, устанавливаешь, и тебе не нужно искать ни Divine RPG, ни Таункрафты, ни Изеры, или как вот тот мод на рай называется, а просто устанавливаешь, и ты играешь в мод Изер без мода Изер, да, только с помощью одной карты. Также, ребята, вот то, что доходит сейчас, то, что люди создают текстурпаки и запихивают в них уже различные моды, damage индикаторы, моды на часы. Мне просто интересно, что будет дальше. То есть, вы видите, то, что это все развивается, и в скором времени, мне кажется, это может даже выйти на какой-то еще более высший уровень, где уже моды пойдут так... Вниз уже моды так пойдут, и это все, вот эти все карты крутые, вот эти все текстурпаки уже начнут заменять сам Майнкрафт. Увидим, ребята, увидим. Я вам просто это сказал, показал, потому что это, если честно, меня заинтересовало. Ссылочка на этот текстурпак в описании. Заходите, устанавливайте, качайте, я фиг его знает. Я вам даже вот ссылочку на этот мир скину, где я сейчас играю. Просто зайдите и сами убедитесь, что вот это все работает. Если вам лень свой мир создавать или что-то в этом роде. Ребята, на этом мы уже будем заканчивать, честное слово. Я очень сильно рад, буду рад, если вам понравилось это видео, если вы поставите лайк, потому что, как я уже сказал, 700 лайков, в первую очередь, это будет для меня очень сильно приятно. Во вторую, я просто-напросто сегодня выпущу еще одно новое видео, два видео по Майнкрафту в один день, если мы наберем на вот этой серии хотя бы 600 или 700 лайков. Я буду, ребята, очень сильно вам рад, этому рад. Последнее, предпоследнее и последнее, как я обычно говорю, не забываем оставлять свои комментарии, если хотите со мной пообщаться. И не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому человеку, который вступит в нашу большую дружную семью. И ты, чувак, тоже. Вот ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.